Сегодня исполнилось бы 89 лет чувашскому соколу. В день рождения Андриана Николаева в селе Шоршилы прошел торжественный митинг. Почтить память космонавта номер 3 приехал и глава республики. Подробности у Дмитрия Ковалева. Интерес есть? Если у вас настрой для самореализации, то надо стать связистом хорошим. Это тоже высокооплачиваемая работа, по сути дела. На связи РН-4Z. Это позывной радиостанции Музея космонавтики. Поздравления с очередной годовщиной своего земляка ребята принимают со всего мира. Это Европа, это Америка, это и другие страны. Но вот сегодня мы буквально связались, правда, у нас антенна здесь полевая антенна, в полевых условиях мощности нет. Сегодня провели связь с Германией. Связались мы еще 9-й район, это Новосибирь, Дальний Восток. На площади села театрализованная постановка о юности покорителя Вселенной. Его родители были крестьянами, сам Андриан окончил Мариинско-Посадский лесотехникум. Летное дело он начал познавать в Кировобадском военно-авиационном училище. И уже спустя 10 лет прошел отбор в отряд космонавтов. Он стал легендой, покорив Вселенную третьим. Это было время экспериментов. В космосе Андриан Николаев провел 4 суток, впервые установив радиосвязь на орбите и взяв управление кораблем на себя. По длительности полета, по сложности полета, ему доверяли самые-самые сложные поставленные задачи. И он справлялся с этими задачами честно. Добросовестно служил, потому что любил эту землю. Он на самом деле славный, великий, легендарный сын народа Чувашской республики, села Шоршилы. Второй полет и снова рекорд. На корабле «Восток-9» Андриан Николаев и Виталий Севастьянов сделали более 280 оборотов вокруг Земли. Андриан Григорьевич является путеводной звездой, наверное, для всего нашего народа. Пример того, как надо служить Отечеству, малой Родине, как быть полезным своему государству. История освоения космоса завораживает все больше людей. Каждый день в музейный комплекс Андриана Николаева приезжают десятки туристов. Частые гости родины чувашского сокола, кадеты, которые тоже грезят о полетах. Поднимите руки, кто хочет стать космонавтом. О, желание хорошее. Но для этого надо учиться, готовиться. Так ведь? Да. Слышали, мы сейчас кадетскую школу открыли? Чебоксарах, не слышали? Вот надо экскурсии туда съездить вам. Там как раз направление военно-космических сил. Друзья Андриана Григорьевича приезжали. Глава региона уверен, что в кадетском корпусе будет воспитана не одна плеяда космонавтов. Но все это было бы невозможным без первого шага. Подвиги Андриана Николаева открыли новые высоты. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.